Здравствуйте, уважаемые телезрители. Канал НТВ Плюс Спорт предлагает вам прямую трансляцию из Питтсбурга. Арена Меллон. Меллон-арена в Питтсбурге. Только что здесь начался очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Питтсбург у себя на площадке принимает Нью-Джерси Девилс. Питтсбург проводит предпоследний матч на своем поле. Ну, предпоследний в регулярном чемпионате, если все сложится хорошо, а для этого Питтсбургу надо очень постараться, то тогда, естественно, здесь он сыграет и матчи плей-офф. Ну, а пока Питтсбург занимает шестое место у себя в Восточной конференции. И за восьмерку идет очень отчаянная борьба. Об этом чуть позже. Ну, а сейчас вернемся к тому, что происходит на поле. Полторы минуты прошли с начала матча. Хорошая передача. Малкин бросок, простите, это Кросби был. Бросок по воротам. Но на месте Мартин Брадо, который защищает сегодня ворота гостей. И, как обычно, Марк-Андре Флери в воротах Питтсбурга. Мэтью Гарон сыграл всего 16 матчей в регулярном сезоне у Питтсбурга. Так что совершенно неудивительно, что в этих решающих матчах окончания сезона ворота защищает все время Марк-Андре Флери. А не точно. Передача в исполнении Паризе. Девятый номер у этого нападающего. И он выступает в тройке. Лангер, Брунер 15-й, Заяц 19-й, Паризе 9-й. Вообще надо сказать, что довольно солидная компания в атаке у Нью-Джерси. Три очень приличных звена, ну, по крайней мере, по именам. Так что можно рассчитывать команде на то, что она будет играть результативно. Ну, сами подумайте. Первое звено Ролстон, это Кларксон, пробросил шайбу в зону соперника. Правый крайний четвертого звена. Очевидно, оно сегодня выглядит так. Кларксон, Раб и Шенахан. Так вот, что касается первых трех звеньев. Ролстон, Холик, Меддан. Контратака Нью-Джерси. Бросок по воротам. Флери парирует эту шайбу. И удаление. Удаление, скорее всего, у Нью-Джерси, поскольку вот Мартина Брадо нам показывают крупным планом на экранах. Ну, как всегда, в маске лица вратаря не видно. 101 сухой матч на счету Мартина Брадо. 6. Шайба попадает ему куда-то в плечо. Но судьи, по-моему, на всякий случай останавливают игру. А нет, удаление. Удаление у Нью-Джерси. И Питтсбург получает численное преимущество. Ну, мы почти 0,6% реализация. Что касается Нью-Джерси, меньшинства, то команда тоже не ахти выглядит. 20-я она по этому показателю. Процент надежности 80,3%. Хорошая передача на Кросби. Ну, что-то у нее не получилось с остановки. Редкое явление для этого великолепного форварда, когда он не справился с шайбой. Гончар. Опять неточная передача. И в очередной раз шайба выброшена из зоны. Будет маленькая пауза. Я вам скажу, еще два звена Нью-Джерси. Тренеры команд, ну, Дэн Билсон, мы знаем об этом, это Питтсбург и Брент
Саттер, Нью-Джерси. Гончар, бросок к воротам. Нет, это не он. Это не он. Это бросал Сикора, 17 номер. Очередной бросок Гончара мимо. Малкин на Сикору. И шайба после неточной передачи Малкина вышла за пределы зоны. Заканчивается штрафное время. Все в полном составе Нью-Джерси. Не удалось Питтсбургу реализовать численное преимущество. Вы знаете, против одного и того же соперника провели свои последние матчи Питтсбург и Нью-Джерси. Этим соперником был Нью-Йорк Рейнджерс. Так вот, Питтсбург, мы этот матч показывали в субботу, помните, Питтсбург выиграл со счетом 4-3. И тогда ни разу не смог реализовать численное преимущество. Хотя удалений достаточно было у соперника. А вот Нью-Джерси проиграли позавчера Рейнджерс со счетом 0-3 в Мэдисон-сквер-гардене. Рвутся вперед хозяева поля. Бросок по воротам после добивания с ближнего пятачка. И видите, вот это третье звено. Стал Кеннеди и Федотенко. Кук, очевидно, снова переставил Дэн Билсма. Кеннеди и Кука. Это Талбот был, Федотенко. Кук выводит свою команду вперед. 1-0 для Питтсбурга. Чрезвычайно важна эта встреча. Кровь из носа им надо выигрывать. Не только потому, что они играют дома. А дело в том, что я уже говорил, на шестом месте Питтсбург. 76 игр, 90 очков. Ну вот будет у нас рекламная пауза. Мы остановимся подробнее на этом. Опасный был вывод шайбы на ближний пятачок. Но там Марк-Андре Флери сумел отбросить. 2-0! Какая неплохая комбинация. Вход в зону и четкий бросок в ближний угол. 2-0. Разрыв там небольшой. Это Герин становится автором этой заброшенной шайбы. Герин. 2-0. Герин, Кросби. Кросби и Кунец. Вот такое звено добилось сейчас результата у Питтсбурга. Ну, я вспоминаю субботний матч в исполнении Питтсбурга. Там тоже команда в первом периоде повела со счетом 2-0. Ну, не настолько быстро, как сейчас. Идет только 7-я минута, уже 2-0. Там это растянулось минут, наверное, на 12. Но к концу периода упустило свое преимущество. И первый период закончился со счетом 2-2. Ну вот коммерческий брейк там в Питтсбурге. Я вам скажу о том, как выглядит турнирная таблица. Все чисто было. Нет, все-таки в площади ворот находился Талбот, 25-й номер. Но судьи, очевидно, посчитали, что он Мартину Брадо не мешал. Питтсбург 6-й, 76 матчей, 90 очков. Рейнджерс на 7-м месте, 89 очков, но на одну игру больше. И Монреаль 76 игр, 88 очков. Единственной командой, пожалуй, по-настоящему, кто претендует на то, чтобы оказаться в восьмерке, является Флорида Пантерс. 77 игр и 87 очков. Так что стоит оступиться кому-либо из этих трех названных мною команд, ну, добавим сюда еще и Каролину. Тут же Флорида будет впереди, поэтому
Борьба идет не на жизнь, а насмерть в этой восточной конференции. Ну и не надо сбрасывать со счетов Баффало. У Баффало 82 очка, но 75 матчей сыграно. Так что они находятся только в двух очках от плей-офф. Осложняется ситуация у Питтсбурга еще и тем, что им придется играть со всеми своими основными соперниками. Причем играть на выезде. 4 и 5 числа, соответственно, с Каролиной и Флоридой. А 11 числа с Монреалем. Еще раз повторю, все эти три матча будут на выезде. Так что ни одна вот из этих четырех команд, Каролина, Питтсбург, Рейнджерс и Монреаль, не обеспечили себе место в плей-офф. Ну и Флорида рассчитывает на то, что попадет в плей-офф и будет бороться за кубок Стэнли. Это совершенно очевидно, потому что вы видите из ситуации, которая сложилась, что команда совершенно не потеряла шансов на то, чтобы действительно бороться за кубок Стэнли. Я вам не назвал судей сегодняшней встречи. Главные судьи Майк Хазенфратс и Грег Киммерли. Соответственно, 30 и 18 номера. И два Элайсмана. 54 номер Грег Деворский и 93 Брайан Мерфи. Бросок по воротам. Фалери на месте с близкого расстояния. Наносился бросок, причем пас пошел из ворот совершенно неожиданно для защитников. Ну, ожидал все-таки, наверное, этого броска вратарь Питтсбурга. Офсайд. Офсайд. Кто-то из хоккеистов. Дэн Билсман на ваших экранах. Показывает нам его статистику. 14 матчей он победил. Он выиграл. Два матча вчистую проиграл и три проиграл в овертайме. Великолепные результаты. Это вот с тех пор, как он принял команду, с тех пор, как стал главным тренером этой команды. Флери. Двадцать седьмой номер, это Адамс. У Питтсбурга, очевидно, он заменил Годарда. У четвертого звена Питтсбурга, ну и, пожалуй, у других команд Национальной хоккейной лиги постоянно происходят трансформации в составе. Поменять этих игроков нет никаких абсолютно проблем, потому что по большому счету они погоду-то не делают. Я имею в виду четвертое звено. Поэтому кто играет, Годдард или играет Адамс, большого значения не имеет. Итан преследует соперника. Держит шайбу. Это Уайт. Пытался пробросить шайбу поближе к воротам. Джион там. 14 номер. Пас назад на защитника. Уайт и Мотту в паре играют в обороне у гостей. Билл Герин пробрасывает шайбу в зону соперника. Уайт. Заканчивается первая половина стартового периода. Ну что, неужели удаление будет? Или офсайд? Похоже на то, что офсайд. Мэдден. Ролстон, Холик и Мэдден. Да, я все-таки вам не назвал
два других звена Нью-Джерси. Так вот, по именам даже послушайте. Лангер Брунер, 15 номер, Заяц, 19, Паризе, 9. И еще одно звено. Джионта, 14, Зубрус, 8, Элиаш, 26. Кеннеди. Федотенко бросал поворотом с неудобной руки назад. Защитнику надо сделать передачу. Почему-то не решается это сделать сразу Кеннеди. Ну, а после того, как он это все-таки сделал, возможности-то у защитника бросить поворотом не было. Это Скудари. Гил не спешит. Ну, простенько так через борт делает передачу партнеру по атаке. Сегодня играется 6 матчей. Одна игра уже началась. Баффало-Атланта. Там 1-1 в середине первого периода, по крайней мере, было. Давайте сейчас посмотрим. Может быть, что-то там и изменилось. Вашингтон у себя дома принимает Нью-Йорк Айлендерс. Филадельфия играет с Тампа-Бэй. Айлендерс выигрывает у Вашингтона с счетом 1-0. 1-1 по-прежнему Баффало-Атланта. Филадельфия проигрывает в Торонто 0-1. Нью-Джерси-Питтсбург 0-2. И два других матча Сент-Луис-Чикаго и Феникс-Колорадо начнутся позже. 2-1. 2-1. Потерял Марк-Андре Флери шайбу из виду. И звено Зубруса, видите, восьмой номер был спиной к нам. Джонта, очевидно, раз нам его показывают, становится автором заброшенной шайбы. Вот еще раз посмотрим эту атаку. Это Зубрус. Бросок к воротам. Ох, с лету как. Вы знаете, дважды Джонта сыграл. Это удивительно. Просто удивительно, как он сумел это сделать. Сначала Марк Флери, Андре Флери не смог поймать шайбу. Так у него по теннисному, так как будто ракеткой выбил, перехватил, вернее, шайбу Джионта, а потом вторым движением отправил ее в ворота. 2-1. Не повторяется ли история субботняя, когда Питтсбург выигрывал, а потом с трудом, с большим трудом одержал победу? Ну, сомнения какие-то возникли у судей. В площади ворот был Джионте. Это очевидный совершенно факт. Ну, засчитали гол. Судьи. Чуть было Кросби не убежал на свидание с вратарем в одиночку. Уайт. Хорошая передача. Летанг начинает атаку Питтсбурга. Хорошая передача на Адамса. Не смог Адамс переиграть Сальвадора, защитника Нью-Джерси. Три пары защитников. Уайт, 5-й, Мотту, 27-й. Одна пара, вторая, Мартин, 7-й, Адуи, 29-й. И третья пара, Сальвадор, 24-й. И швед Хавелит, 28-й. А бросок к воротам, нет, мимо, шайба летит. Бросок, штанга спасает ворота Марка Андре Флери. Ох, какой был великолепный бросок кистями. Не смог даже Флери среагировать на него. Адуя. Гости начинают атаку.
И снова Флери неудачно играет в этом эпизоде. Не смог поймать шайбу в ловушку. Именно из-за этого возникла очень серьезная ситуация у него перед воротами. Очень остро последние 4-5 минут атакуют гости. Очень остро. Это Стаал. Там же его партнер по тройке. Пас назад защитнику. Это Скудери. Не дошла шайба до ворот. Снова Стаал. Это Джордан Стаал. 11 номер. Скудери. И Адуя. Из сложного положения, вы знаете, сумел сделать точную передачу партнера. Контратака втроем против двоих. Ну вот это неточная передача. Все разрушило тройки нападения Нью-Джерси. Это Орпик. Составляет пару с Гончаром. Уайт. А вы знаете, начало атаки гораздо лучше у Нью-Джерси. Даже из сложных ситуаций, вы сами, наверное, обратили внимание. Не могу сказать, что довольно легко. Нет, но находит выход из положения. Это бросок по воротам. Шайба попадает в штангу. За пределами поля. Питтсбург одна из лучших команд по играм дома. С 25 февраля команда одержала 12 побед, один раз проиграла вчистую и два раза в овертайме. Вот таковы результаты Питтсбурга. В основном они, вот эти результаты, достигнуты при новом тренере, при Дэнни Билсме. Да, 41 победа вообще у Питтсбурга. Ну, очевидно, те, кто все время смотрит НХЛовский хоккей, прекрасно знают, что Питтсбург провалился совершенно в середине сезона. И только вот смена тренера помогла команде выбраться на шестую позицию, которая до сих пор, правда, ей не гарантирует этой команде участие в борьбе за кубок Стэнли. Нью-Джерси занимает третье место в конференции. 98 очков, 47 побед, 25 поражений чистых и 4 в овертайме. Сейчас у команды 5 поражений подряд. И если будет шестое, то будет повторен рекорд этой команды по количеству поражений подряд. А рекорд этот 6 поражений. Произошло это в ноябре 2000 года. Пока сейчас 4 чистых поражения и 1 в овертайме у Нью-Джерси. Ну, заработали очко, но очко это маловато. И для 5 матчей. И вот теперь команда опустилась на третью строчку у себя в конференции. Хотя опережала Вашингтон, причем опережала довольно уверенно, вообще вопросов не было. Теперь Вашингтон занимает это второе место. Ну и с точки зрения посева в борьбе за кубок Стэнли, конечно, вторая позиция предпочтительнее.
Офсайд. Офсайд у Герина, у 13 номера. Мы с вами это прекрасно видели. Пас назад. Это Скудери. Бросок к воротам. Шайба отбивается Мартином Брадо. Паризе пробрасывает шайбу себе, но не сможет ею завладеть. 19 номер у Нью-Джерси пытался ее подобрать. 19 номер — это Трэвис Заяц. Вы знаете, Нью-Джерси — это единственная команда, где руководство клуба давно еще запретила иметь, ну, будем так говорить, запредельные номера на рубашках, типа там 99-й, 87-й. Удаление сейчас последует у Нью-Джерси за удар соперника клюшкой. Отдается шайба специально соперникам. И поехал Лангер Бруннер, по-моему, это 15 номер, отдыхать. Второй раз численное преимущество. Брент Саттер на ваших экранах. Мы его много показывали 2 года назад, когда осенью 2007 года состоялась суперсерия молодежных сборных команд Канады и России. Сначала 4 матча у нас здесь дома, а потом 4 матча на выезде в Канаде. Вот он-то как раз той молодежной командой и руководил. Айлендерс Вашингтон по-прежнему 1-0. Баффало Атланта 1-1. Филадельфия Торонто тоже 1-1. Филадельфия отыгралась. У Филадельфии Эшем отыграл шайбу на 10-й минуте. Ну и вот у нас 1-2. Кук Герину Питтсбурга и Джионта у Рейнджерс. Лангер Брунера вы видите на скамейке штрафников. Я уже говорил о том, что Брадо вот-вот побьет рекорд Терри Савчука, у которого 103 сухих матча, у Брадо 101, но в сегодняшнем матче это не произойдет. Брадо уже пропустил 2 шайбы. Вот в последних 5 играх он все время играл, за это время пропустил 16 шайб. А вот перед этим у него великолепный результат был. 9 матчей он из 10 выиграл и только один проиграл. И в среднем пропускал 1 шайбу 75 сотых за игру. Чуть было не оказалась шайба в воротах Бродов. 3-й раз. Малкин будет бросать. Бросок к воротам и 3-1. Реализовал Питтсбург численное преимущество. Молодец. Евгений грозил все время отдачи, грозил партнеру. В результате соперника вынуждены были этих партнеров разобрать, дабы не нарваться на неприятности. А Малкин взял игру на себя. Вот обратите внимание еще раз. Хорош бросок в дальний угол. Бродота был закрыт своим защитником. Кто это был, я пока не вижу. Это Уайт. Ему поближе чуть-чуть подойти, буквально на 1-1.5 метра к Малкину. И не дать возможности бросить. Но этого не произошло. 108 очко Малкина и 34-я заброшенная шайба у Евгения. Хороший результат, замечательный. Вообще, с этой точки зрения, у нас в пятерке 3 наших хоккеиста. В пятерке самых результативных. Малкин 108 очков, Овечкин 100.
вторым идет, и Дацук четвертым идет, 91 очко. Я, по-моему, как-то говорил, что Дацук может быть, играя в другой команде, ну, типа вот Питтсбурга или, предположим, в том же Вашингтоне, с более-менее приличными партнерами, наверное, имел бы больше. Просто команда Детройта ровнее, и там более равномерно распределено игровое время. Так что он там играет порядка 18-19 минут за матч. Где-то в то время, как Овечкин, допустим, по 22 минуты в среднем играет. Естественно, что 3-4 минуты в каждой игре Дацук теряет. А так, я думаю, что его бы результат был еще выше. Адамс. Нет, не удалось ему выбраться из-под прессинга соперника, который его догонял и все-таки навязал борьбу. Чуть более одной минуты остается до окончания первого периода. Снова Адамс отбирает шайбу у 27-го номера. Это Монту. Последняя минута пошла. Мотту там очень серьезно атаковал игрока Питтсбурга, владевшего шайбой. Уайт. А 3-1. Солидное преимущество с учетом того, что только 20 минут сыграно, ну почти сыграно, и удаление в составе Питтсбурга. Ох, какая драка началась, вы знаете, Джионта здесь принимает участие, Хавелит, Ролстон. Зубрус. Это Орпик. А в раздевалку отправляются и тот, и другой, поскольку осталось чуть больше 20 секунд до окончания первого периода. Давайте еще раз. Ну а что? Чисто Орпик встречает игрока. Правда, тот не владел шайбой с точки зрения... С точки зрения... технического приема. Насколько он был технично исполнен, все было абсолютно чисто. Но Зубрус шайбой не владел. И вот поэтому, собственно, разгорелась драчка. Получат они обоюдное удаление. И Орпик получит еще 2 минуты. И численное преимущество будет у Нью-Джерси. Давайте посмотрим, как Нью-Джерси играет. 12-е в лиге по численному преимуществу. 12-е. 19,5% реализация. В меньшинстве Питтсбург. 15-й в лиге. 82%. Ну, так, средненькие результаты. Ну, зачем же Орпик-то вот так вот в средней зоне ни с того ни с сего шайба уже была проброшена. Завладеть ею Зубрус никак не мог. И я думаю, что необходимости никакой не было вот так вот играть против соперника. А бросок по ротам опасно, опасно. Брадо спасает свою команду. Все, закончился первый период. 3-1 хозяева поля. Питтсбург выигрывает у Нью-Джерси. Очень важный матч. Ну и что нам показывает Малкина? Не удаление ли у него? Об этом мы с вами узнаем в начале второго периода. Или нам показывают героев первого периода. По крайней мере, героем таким может быть у Питтсбурга.
Малкин, что касается Брадо, которого нам тоже показали, то уж никак его не отнесешь к героям первого периода, поскольку три шайбы пропущены. Ну что же, перерыв в Питтсбурге. Мы тоже с вами будем отдыхать. Через 17 минут снова вернемся с вами на Мелон-арену. Через минуту-другую начнется второй период матча Питтсбург-Нью-Джерси. Нам показывают наиболее интересные моменты первого периода, в основном связанные с взятием ворот. Вот сейчас нам показали гол, который забросил, шайбу, которую забросил Малкин. Было реализовано численное преимущество. Это первый раз за два матча, с учетом того, что в субботу Питтсбург обыграл Рейнджерс со счетом 4-3. Как проходят другие матчи сегодняшнего дня? Айлендерс и Вашингтон. Вашингтон там во втором периоде сравнял счет 2-2, причем проигрывал сначала 1-0, потом 2-1. Что приятно, Овечкин одну из двух шайб забросил в составе Вашингтона. Баффало-Атланта 1-2. И здесь не обошлось без участия наших российских хоккеистов. Вячеслав Козлов на 11-й минуте второго периода вывел вперед Атланту. И Филадельфия-Торонто. Там закончился первый период. По-прежнему 1-1. У нас начался второй период матча. И шайба вбрасывается в зону. Попытка, вернее, была вбросить ее в зону Питтсбурга. Удалось все-таки это сделать. Численное преимущество, я вам напомню, у Нью-Джерси. Ох, какой круг почетом защитник. Это, простите, Ролстон занимает позицию защитника. Мартин. Сам войдет или нет? Нет, вбрасывает шайбу в зону. Там партнеру надо еще побороться за шайбу. Звено Холика на площадке. Вот видите, 16 номер, 3-й в белой форме. Еле-еле отправляется к себе на помощь защитникам. Ну, никогда скоростным не был Бобби Холик. Никогда. Сейчас, когда он в возрасте, тем более. Тем более. Хавелит начинает атаку. И контратака. Ну, вдвоем против двоих. Бросок по воротам. Нет, мимо. Ох, какой мощный бросок был в исполнении, по-моему, Адамса. Гил. Не точно. На клюшку сломанную или потерянную клюшку наступает игрок Нью-Джерси. Бросок к воротам. Это Гил. Это Гил бросал. В полном составе уже Питтсбург, поэтому он там так активно атаковал. Опасно. Бросок к воротам. Флери вступают в игру. Все равно опасность не пропала. Еще один бросок, и опять Флери вступает в игру. Можно играть. Адуем перехватывает шайбу буквально на самой синей линии. Чуть было она не покинула зону Питтсбурга. Первый период, в принципе, прошел в равной борьбе. Но, вы знаете, поострее все-таки выглядели хозяева поля. Даже не поострее, они были поудачливее. Довольно остро играли и гости. Особенно после того, как счет стал 2-0. Помните, я даже сказал, что что-то мне не нравится, как выглядит хозяева поля. Одну шайбу удалось отыграть Нью-Джерси. Ну вот, на вторую сил и удачи не хватило. Скорее всего, удачи. Конечно, о силах говорить не будем, поскольку только первый период шел. 3-1 после 20 минут первых.
Ловит шайбу Флери. Зубрус получает травму в этом эпизоде, пытаясь сыграть с воздуха шайбу. Итан попадает ему куда-то, то ли по лицу, то ли по верхней части тела, боюсь что-либо сказать. А нет, все в порядке с Зубрусом. Зубрус и стал, выигрывает вбрасывание Зубрус. Хозяева в атаке. Это Гирин. Гончар. Бросок по воротам. Мощный, хороший бросок. Но шайба у Брадо. Это результаты Сидни Кросби против Нью-Джерси. 15 плюс 15. 30 очков. Ну уж, не знаю, много это или мало. Другие результаты надо посмотреть. Результаты других игроков для того, чтобы можно было сравнивать. К Нью-Джерси. Невысок темп. Нельзя сказать, что ох, какая зажигательная игра. Нет ничего подобного, но... Вы знаете, вот за счет таких моментов бросок довольно сложный для вратаря, и вратарь все-таки с ним справился. Игра смотрится. Долго, долго очень размышлял над тем, что делать. Малкин. Хорош, хорош. Евгений, разворот на 360 градусов, на 180, простите, градусов, бросок поворотом с неудобной руки. Мартин Брадо справился с этим броском. 5 минут сыграно во втором периоде. А бросок поворотом, нет, мимо, и шайба вышла из зоны Питтсбурга. Сейчас будет смена состава наверняка у хозяев поля, да и гости, наверное, тоже захотят что-то поменять. Ролстон. Ну, как будет подкатываться, посмотрим под защитника соперника. Это Скудери. Можно играть. Ролстон. Бросок по воротам. Шайба попала в защитника Питтсбурга. Талбот. В атаке Талбот, Адамс. И кто третий с ними? Дюпуи, 9 номер. Гончар. Орпик. Просто решает задачу по входу в зону. Правда, вбрасывание шайбы в зону соперника. Но там защитник Нью-Джерси опередил нападающих Питтсбурга. Шестая игра соперников в этом сезоне и последняя. Больше они уже не встретятся. Пока команды разошлись не миром. Две победы у Питтсбурга и три победы у Нью-Джерси. Причем одна чистая победа, а две в овертайме. 11 октября Питтсбург проиграл 1-2. 29 ноября 4-1 выиграл. 10 декабря проиграл 1-4. 26 декабря выиграл 1-0. И 30 января
проиграл 3-4. Вот таковы результаты этих команд в этом сезоне. Это Малкин. Разворот на 180 градусов. Бросок с неудобной руки. Да. Не так легко Нью-Джерси выйти из ситуации, в которой команда находится. 5 поражений подряд, я об этом уже говорил. Вы знаете, может быть, это для Нью-Джерси лучше. Сейчас, накануне плей-офф, когда команда себе точно обеспечила место в борьбе за кубок Стэнли, лучше провалиться сейчас, чем провалиться потом, когда после 12 апреля, после окончания регулярного сезона, начнется плей-офф. Не исключен вариант, при котором тот же Брент Саттер, главный тренер, специально, может быть, загнал свою команду таким образом, чтобы потом вывести ее на пик формы уже в плей-офф. Этот вариант тоже не исключен. Но, по крайней мере, ничего страшного для Нью-Джерси я не вижу. Но единственное, что может произойти, это Лу Ламорелло, генеральный менеджер, возьмет бразды правления в собственные руки, что он и делал 2 года подряд, буквально накануне плей-офф, вдруг объявлял о том, что команда с такой игрой не сможет выступить удачно в плей-офф, и брал все на себя и всю ответственность и руководство командой. Малкин выбрасывает шайбу на пятачок, не достается она партнеру. Это Летанг. Итон, бросок к воротам. Хорошо. Питтсбург сейчас атаковал соперника. Брадо. Это Мартин. Джионта. Зубрус выбрасывает шайбу. Джионса, Зубрус и Элиш. Элиш, 26 номер, несколько в тени он находится. Хорошая, великолепная передача. Но куда Федотенко? Вышел на ворота уже Кеннеди. Бросок к воротам. Рикошет. Хорошо, сейчас это тройка. Кеннеди стал Федотенко, провела свою смену. Только вот Федотенко неизвестно кому пасовал. Там и партнера-то не было. Самому надо было выезжать на ворота и завершать эту атаку. Атака была очень неплохая. Четко партнер вывел Федотенко к воротам Мартина Брадо, которого нам сейчас показывают. Итан. Очередной бросок, и в очередной раз с этим броском справляется вратарь Нью-Джерси. Итан опережает соперника. Кларксон, Раб и Шенахан на площадке у Нью-Джерси. Паризе уже появился, 9 номер. Смена идет потихонечку у гостей. Бросок поворотом, нет, мимо. После рикошета шайба покидает пределы поля. И вбрасывание будет, по-моему, в зоне Марка Андре Флери. Успокаивает Уайт партнера.
Раб отправляется на скамейку штрафников. Ну, честно говоря, я не очень видел, почему это произошло. А где он, в каком эпизоде нарушил правила. В третий раз получает чистое преимущество. Ну, вот в этом 17 номер, конечно. Толчок соперника в спину. Контратака вдвоем против двоих. Не очень приятная, поскольку Малкин там... нет. Это Гончар не очень активен был в отборе шайбы у соперника. Малкин. Хорошо, красиво. Хорошая передача. Гончар. Гончар Летанг сзади. Малкин. Малкин, Кросби и кто-то еще. Гончар бросок к воротам. И Кунец. Малкин, Кросби, Кунец. После броска Гончара шайба у Мартина Брадо. Побил он рекорд Патрика Руа по количеству побед. Я имею в виду вратаря Нью-Джерси. На сегодняшний день у него уже 553 победы. На две побольше, победы больше, чем у знаменитого вратаря Монреаля, а потом и Колорадо, обладателя Кубка Стэнли. Летанг на Гончара. Справа от него Малкин получает шайбу. Снова Гончар, Летанг. Ну, можно бросать. Бросок к воротам и 4-1. Во второй раз Питтсбург реализует чистое преимущество. Летанг. Ну, Рамп появляется на площадке. 4-1. Много. Много. В конек шайба попала Кросби. Ну, поскольку автоголы, а это и не автогол даже. А да, конечно, в конек Кросби попадает шайба. Ну, будут судьи этот эпизод просматривать или нет? Ну, неужели на Кросби записали шайбу? Неужели на Кросби? Что-то выясняют хоккеисты Нью-Джерси. У соперника не исключен вариант, что сейчас будет просмотр. Да, Кросби вот находился в площади ворот одной ногой. И ему, вы знаете, записали. Кросби. 4-1. Не отстает от Малкина. Ну что, очередная шайба. Очередная шайба в воротах Нью-Джерси. Марк Стал, как-то пока я записывал, кто забросил шайбы, пока менял Летанга на Кросби, еще одна шайба оказалась в воротах. Это Федотенко. Бросок к воротам и Стал тут как тут. Ну, десяток секунд не прошло. И неудачно играет в этом эпизоде Мартин Брадо, но, правда, довольно сильный бросок был с близкого расстояния, и тому ничего не оставалось. Ну, не мог он отвести шайбу по-другому. Подставляет щенки. По-моему, сейчас замена вратаря будет у Нью-Джерси. То, что берет тайм-аут Брэнд Саттер, это совершенно очевидно. Мы с вами видим, как он беседует с игроками. А давайте посмотрим, что происходит в других матчах. Но нет, остается, похоже, в воротах Мартин. Ну, наверное, редкое явление, когда он такое количество шайб пропускает.
И полутора периодов не прошло, уже 5-1. Нет, как раз вот сейчас полтора периода ровно сыграно. Бросок к воротам. Нет, мимо. Джион там. За ворота на Ролстона. Это Зубрус. Бросок к воротам. Нет, мимо. Снова Ролстон. Зубрус. Малкин против Зубруса. Я вспоминаю Зубруса на Кубке мира 2004 года в составе российской сборной. Очень неплохо выглядел этот нападающий. Очень неплохо. Приятно было за ним понаблюдать. Вы знаете, у него, в принципе, все есть. Ну, может быть, не хватает результативности. Но, с другой стороны, не каждому же нападающему быть бомбардиром, таким, как, предположим, Овечкин. Айлендерс, Вашингтон по-прежнему 2-2. Там закончилось два периода. Баффало, Атланта тоже 2-2. Филадельфия, Торонто. Торонто выигрывает со счетом 2-1. Ну куда Холик полез? Ну куда? Вот у него такие провокационные ходы присутствуют, где бы он ни играл. Никакой необходимости сейчас не было лезть в кучу и там пытаться кого-то снести или кому-то навязать драчку. 5-1. Много. Я, например, не ожидал. Наверное, не ожидали и тренеры, и той, и другой команды. Наверняка и Билсма, и Саттер. Ну, кто мог предположить, что один из лидеров регулярного сезона, все-таки 98 очков у Нью-Джерси. И так крупно уже к середине матча будет проигрывать. Сан-Хосе лидирует в регулярном чемпионате, 111 очков. Детройт на третьем месте, 107, а вклинился в середину Бостон. У него 108 очков. Все эти команды сыграли по 76 матчей. Что касается западной конференции, то там на сегодняшний день восьмерка выглядит таким образом. Сан-Хосе, Детройт, Ванкувер, Калгари, Чикаго, Коламбус, Анахайм, Нэшвилл. У Нэшвилла 84 очка, Сент-Луис стоит рядом, на одну игру меньше, но 83 очка. Претендуют, не потеряли шансов выйти в плей-офф, Миннесота 81 очко, и у Эдмонтона тоже 81 очко. И даже, наверное, Даллас с 78 очками. У всех команд по 77 игр. Здесь вот игры более-менее равномерно распределились в западной конференции, нежели в восточной. В восточной Баффало, например, вот только 75 игр не сыграл. Но все равно командам осталось сыграть по 6-5 игр. Холик отправился отдыхать, наказан за вот эту атаку сзади. Я вижу 4 игрока. Численное преимущество получает Питтсбург. Дважды сегодня уже удалось хозяевам поля реализовать численное преимущество. Гончар не спеша начинает атаку. Вброс на шайбу в зону. Там ее подбирает кто-то. Помешали друг другу игроки Питтсбурга. Малкин и кто-то еще. Молодец. Молодец. Малкин помешал бросить сопернику. Кросби. Гончар. Шенахан и Джионта обороняются у Нью-Джерси. Видите, Детройт отказался от Шенахана. А он играет и играет. Пару сезонов провел в Нью-Йорк Рейнджерс. Вот вышел на
рынок свободных агентов. Рейнджерс летом не стали с ним продлевать контракт. Ну, все-таки он и возрастной, и высокооплачиваемый. Нашел себе место уже в середине сезона в Нью-Джерси. Малкин. Гончар. Летанг просит сделать ему передачу. Получает от Малкина. Бросок к воротам. Мартин Брадо выкатывается метра на три, наверное, из ворот. И в результате сумел парировать этот бросок в исполнении Летанга. Но, правда, шайба попала ему в грудь. Семь минут, 4 секунды до окончания второго периода. Кросби, Малкин. Кросби. И не очень четкая передача. Это Стаал. Сложно очень отдавалась передача партнеру, около которого находился соперник. Орпик, Итан в обороне, стал. Все, закончилось штрафное время у Нью-Джерси. Адуя. Агил. Гил Скудери в обороне у Питтсбурга. И звено Федотенко. Федотенко, Кеннеди и Стал. Федотенко большую часть сезона проводил в звене Малкина. Федотенко, Малкин и Сикора. Вот такое звено было. Больше, чем половина сезона. Сейчас Дэн Билсма решил переставить несколько игроков в своих звеньях. И вот звено Малкина играет с Куком. А Федотенко перешел к Кеннеди и Сталу. Молодец, Флери. Парирует бросок с близкого расстояния. Пусть он был такой не очень нацеленный, я бы сказал. Мартин. Защитник должен завладеть шайбой. Да, это делает Гил. Второй номер. Флери практически без работы во втором периоде. Но быстренько лайтсмены справились с этой драчкой. Федотенко принимает участие в ней. И Кларксон, 23-й номер. Задиристый, кстати говоря, игрок. Одно изменение только в матче Филадельфия-Торонто. Там Торонто выигрывает со счетом 3-1 у Филадельфии. Но Филадельфия, с одной стороны, может себя чувствовать более-менее спокойно, поскольку у нее 92 очка после 75 игр. Ну, а с другой стороны, вы знаете, надо тоже очечки-то набирать. 1-3. Во втором периоде, где-то середина второго периода, Уайт забросил третью шайбу у Торонто. Мейерс, Степняк. Это еще два автора голов у Торонто Мэйпл Ливс. Совсем немного времени осталось до окончания регулярного сезона. Нас этот регулярный сезон интересует по двум, наверное, причинам.
Первое – это кто попадет в плей-офф, как вообще распределяться местам, кто какой получит посев и, естественно, какие перспективы. И второе, что может быть для нас более важно, кто из наших НХЛовцев сможет принять участие в чемпионате мира, который начинается 24 апреля, уже через 3 недели, в Швейцарии. Удаление. Удаление у Питтсбурга. Алетанг отправится отдыхать. Атака соперника, не владеющего шайбой. Ну и сразу без разговоров отправляется на скамейку штрафников. Вот видите, как снес буквально понтов, пострадал в этом эпизоде. Снес его Алетанг. Кук стал. Кук выигрывает вбрасывание. Выброшена шайба зоны? Нет, не выброшена. Паризе. Пас назад на защитника. Это Ролстон. Ролстон на позиции защитника при реализации численного большинства у Нью-Джерси. Снова Ролстон и пас на партнера. Ну, кто там? Уайт или Мартин? Паризе. Выпихивалась шайба на пятачок. Ну, ювелирный пас должен быть для того, чтобы вот там партнеру завладеть шайбой. Лангер-Бронер. Пас в угол. А не вижу, кто это. 19 номер, это Заяц. Контратака. Стал, но не торопится. Один против двоих соперников. Бросок к воротам. Мартин подставляет клюшку. И от его клюшки шайба улетает в угол. Скудери. А выброшена снова шайба из зоны Питтсбурга. 3,5 минуты остается до окончания второго периода. И снова выбрасывается шайба. Не очень удачно Нью-Джерси держит шайбу в зоне соперника. Вот входит вроде бы неплохо. А что касается ее сохранения, то, по-моему, в некоторой степени это проблема. Опасный бросок, и шайба проскальзывает мимо ворот, мимо дальнего угла. Шенехан. Пас партнеру, бросок к воротам. Флери вступает в игру, и Кросби выбрасывает шайбу из зоны. Пока еще нет, но молодец. Молодец защитник. Очень хладнокровно сыграл и в полном составе хозяева поля. Звено Мэддена на площадке. Ролстон, Холик и Мэдден. Это Орпик. Кук. Стал. Нет, это Малкин. Гончар бросает шайбу в зону соперника. Скудери подхватывает шайбу. Гончар, снова Скудери. Второй период прошел с явным преимуществом хозяев поля. Если еще в первом периоде удавались хорошие контратаки и довольно острые моменты, были какой силовой прием в исполнении четвертого номера. Это Скудери.
Великолепно. И зрители с восторгом принимают этот силовой прием. Если в первом периоде были довольно острые контратаки у Нью-Джерси, и вообще команда неплохо атаковала, то вот во втором периоде, во-первых, из-за удаления, ну и во-вторых, видно, что команда действительно не совсем в порядке. Питтсбург выглядит намного сильнее, и почти вся игра прошла в зоне Нью-Джерси, так что Флери практически был без работы. А можно играть. Алитанг. Это Скудери или Гил? Брошен шайбу в зону соперника. Ну, наверное, правильно, поскольку совсем немного осталось до окончания второго периода. И контратака. Ну, втроем против троих Джионта. Не удалась передача на партнера. На ровном месте падает защитник Питтсбурга. Ну, что такое конец периода? Что первого, что второго проходит вот в таких стычках. Это что, специально, что ли? И Кларксон, как всегда, здесь. Кросби тоже не уступает. Я вспоминаю, не помню, какой матч. Так ни с того ни с сего на вбрасывание сбросил перчатки Кросби и начал драться, что не принято у звезд. Выясняют отношения Кросби и Кларксон. Закончилось, по-моему, время второго периода. Насколько я понимаю, опустила скамейка запасных Нью-Джерси. Игроки отправились в раздевалку. И вслед за ними вот так вот на противоположную сторону. Предъявляя по дороге претензии судье, идет и Брент Саттер. Недовольный судейством. Ему вторит, очевидно, его помощник. Публика гудит. И получает штраф. Получает штраф тренер Нью-Джерси. Ну, я понимаю, когда игра идет, как говорится, очко в очко. А когда ты проигрываешь 1-5, предъявлять судьям претензии, ну, я думаю, что не совсем обоснованно. Итак, перерыв. Мы с вами возвращаемся на Мелон-арену в Питтсбурге. Сейчас начнется второй период. Вы видите моменты игры во втором периоде. С интервалом в 13 секунд две шайбы были забросаны в ворота Нью-Джерси в исполнении Кросби и Стаула. Счет стал 5-1. И этот счет как раз, думаю, что не позволит отыграться гостям сегодняшней встречи. К тому же, надо будет посмотреть, чем закончился вот этот эпизод. Видите Брета Саттера, который предъявляет претензии судьям. Сколько он получил? 10 минут, 2 минуты или удаление до конца? Вот по этому поводу я вам сказать пока ничего не могу. И узнаем мы об этом только после того, появится он на скамейке запасных у Нью-Джерси или не появится. Второй период с явным преимуществом прошел хозяев поля. Но вы знаете, по броскам, вот если отталкиваться от статистики, 20 бросков у Нью-Джерси по итогам двух периодов и 25 у Питтсбурга. Не такое уж большое преимущество, хотя еще раз скажу, что во втором периоде явно хозяева были лучше. Два удаления только у Питтсбурга.
4 удаления у гостей. Нет, возвращается, вы знаете, на скамейку запасных главный тренер Нью-Джерси. Так вот, 4 удаления у Нью-Джерси, и дважды хозяева поля реализовали численное преимущество. Думаю, что двухминутное удаление получит за, очевидно, какие-то не совсем тактичные разговоры с судейской бригадой, а главный тренер Нью-Джерси Деввилс. 5-1. Никто, наверное, не ожидал такого результата. Ну, наверное, не случайно, что проигрывает. Ну, конечно, не с таким счетом, но вот, то, что проигрывает Нью-Джерси, наверное, не совсем удивительно. А что с таким крупным счетом, это, конечно, впечатляет. Так вот, наверное, из-за такого спада команда оказалась на третьем месте в Восточной конференции. Я уже об этом говорил. Но и Вашингтон тоже, вы знаете, не блещет. Вашингтон на этот момент проигрывает по-прежнему Нью-Йорк Айлендерс со счетом 3-2. 2-2 в матче Баффало-Атланта. Филадельфия проигрывает в Торонто со счетом 1-3. Еще два матча начались. Первый период закончился в матче Сент-Луис-Чикаго. Там 0-2. И 0-0 в матче Феникс-Колорадо. Ну, по-моему, не столь горячий уже Саттер, как это было сразу по окончании второго периода. Немножко остыл и довольно спокойно разговаривает с судьей сегодняшней встречи. Я вам напомню, что главный судьи сегодня 30-й номер Майк Хазенфратс и 18-й номер Грег Киммерли. Начался третий заключительный период. Я думаю, что до овертайма дело все-таки не дойдет, поскольку слишком солидное преимущество одной из команд. Малкин. А нет, не удалось завершить атаку точным броском. Удаление. Меж тем удаление. Кросби отправится отдыхать за атаку вратаря, наверное, в площади ворот. Это удивительное дело. Кросби редкий гость на скамейке штрафников. Но за что же? За что же удаляют Кросби? За то, что его толкнули, он упал. Вот посмотрите. Ну, с помощью клюшки Уайт укладывает Кросби на собственного вратаря. Ну, удивительное дело, дать 2 минуты вот в этом эпизоде. Может быть, какие-то нюансы на этот счет существуют в Национальной хоккейной лиге. Хотя и существуют правила игры в хоккей, но они все-таки разнятся, вы знаете. 4-4 команда играет. Все-таки получил Саттер 2-минутное удаление. Все-таки разнятся в деталях, но разность в правилах есть. Ну что там мудрит 71 номер, это Малкин. Не захотел идти вперед Летанг. Да ему, в общем, и не положено особенно это по штату. Он должен обороняться. Итан. Опасно кунется. Снова кунется.
и стал проигрывать. Воротам, ну не могу сказать, что один на один, стал бросок к воротам мимо. Тебе сейчас помешает соперник, ну, на ровном месте. Ростом падает там, но шайбу, правда, отправляет все-таки в сторону партнеров. Ролстон. Это Зубрус. Не нашла, не вышла шайба. Шенехан пытался бросить. Со средней дистанции попал защитника. Дюпуи. Дюпуи. Ох, как борется яростно. Ну, игрок четвертого звена. Им вот Талбот, Дюпуи и Адамс сегодня. Им остается только показать свою боевитость, показать свое старание, дабы в следующей игре не оказаться на скамейке, даже не на скамейке запасных, а не оказаться в ложе прессы. Там, как правило, не играющие хоккеисты смотрят за событиями на льду. А с лета чуть было Гирин не поймал шайбу, но она все-таки оказалась у соперника. Вот сейчас шайба выбрасывается из зоны Питтсбурга. Только там оказавшись. Флери как неудачно сыграл в этом эпизоде. Скудери. Гирин бросал. Это Кеннеди. Ну, один круг сделал. Собирался пойти на второй, но в это время у него шайбу отобрали. Амотту. Это Кеннеди выбрасывает шайбу на пятачок. Там никого нет. Там только хоккеисты в белой форме. А это Нью-Джерси. Итан. Довольно быстро летит время. Вот уже 5 минут сыгранного. Пока у той и другой команды атаки, в принципе, глохнут при входе в зону. Никак ни та, ни другая подойти близко к воротам не могут. Это ли танк? Итан. Бросок по воротам. Нет, мимо. Вы знаете, меня вот несколько удивляет это построение игры в Национальной хоккейной лиге, когда во время обороны в собственной зоне вся пятерка обороняющихся сваливается к своим воротам, как бы предоставляя полную свободу защитникам соперника. Ну и, по-моему, надежда в этом случае на то, что поймает шайбу вратарь все-таки с такого большого расстояния. Если вратарь все видит, он должен шайбу любую ловить. И это, с моей точки зрения, довольно опасно. У нас так не принято. У нас крайний нападающий обязан опекать защитника, своего защитника, дабы не давать ему возможности атаковать воротам. Ну вот в Национальной хоккейной лиге это по-другому. Это довольно серьезное такое отличие в построении игры. Рекламная пауза там на Мелон-арене в Питтсбурге. Это первая рекламная пауза в третьем периоде. Повтор ситуации, которая была на площадке вот в эти первые 5 минут третьего периода. Нет, это из второго.
силовой прием с Кутери против Зуброса. Зубров то участвует в драге, то вот пострадал от силового приема. У Нью-Джерси нет таких ярко выраженных, что ли, солистов, какие есть у Питтсбурга. Малкин лидирует в лиге по количеству набранных очков. Их у него 108 после сегодняшней заброшенной шайбы. А вот что касается Нью-Джерси, у них лидером по заброшенным шайбам является Паризе, 42 шайбы. Он же по количеству передач на первом месте, 47. Ну и, естественно, он же по очкам лидер в команде, 89 очков, то значительно на 20 очков отстает от Малкина. Возобновилась игра после рекламной паузы. Ролстон на Джонту. И тут же рядом Паризе. Снова Джонта. Зубрус, вы знаете, с ними играет не Паризе, а Зубрус. Дюпуи. Можно играть. Правильное решение абсолютно принимают Лайсман и Ролстон. Перевод на Джонту, но тот от борта очень неудачно шайба отскочила. Для Джонты неудачно. Кросби набрасывает шайбу на пятачок. Бросок по ротам и 6-1. Добивание, в которое уже раз, в третий раз, кстати говоря, стал Кук. И вот еще одна шайба, опять на добивание, это Кунец. Кунец, 6-1, ох, как много. Вы знаете, очень хорошо в состав команды влились и Кунец, и Билл Гирин. Они почти одновременно пришли в Питтсбург. Один из Нью-Йорк Айлендерс, второй из Анахайма. Вот, например, у Гирина в 12 играх за Питтсбург 11 очков, 4 шайбы и 7 результативных передач. А у Куница, по-моему, еще лучше результаты. Мэтден, бросок к воротам. Нет, это не Мэтден бросал. Это бросал Лангер Брунин. Еще один бросок. Эфлери вступает в игру. Агил отправляет шайбу в среднюю зону. Это Шенахан получает пас от Пандолфа. Пандолфа не играл в предыдущей встрече, но, очевидно, дали отдохнуть 20-му номеру Нью-Джерси. А в сегодняшней встрече он как раз участвует. Это Холик. Кларксон там пытался отобрать шайбу у защитника Питтсбурга. Стал. Ну, партнеры поставили его в тяжелое положение. Не очень хорошо располагались и не очень хорошо накатывались на ворота. Поэтому завершающей стадии в этой атаке не получилось. Еще один бросок к воротам в исполнении Кеннеди. Ну и вот драчка. Это Гирин и Кларксон. Пострадал Гирин в этом противоборстве. Но Кларксон задирался всю игру. Вот в конце концов нашел себе жертву. Ну вот, к сожалению, ветеран НХЛовского хоккея проиграл. Ну, не могу сказать, что проиграл, как-то потерял равновесие, не потому что его ударили. Ну вот, не понравилось Гирину, что Кларксон засунул ему клюшку между ног и таким образом лишил движения.
5 на 5 продолжают играть команды. Заканчивается первая половина третьего периода. Конечно, никакого овертайма у нас не будет. Совершенно очевидно. И вот любопытная статистика. Кто ее, правда, делает, я не знаю. Как оценивают шансы на взятие ворот. Оценивались, вернее, шансы на взятие ворот после второго периода. Сикора. Баскетбольная такая передача на партнера, на противоположный фланг. 10 голевых шансов было у Нью-Джерси и 20 у Питтсбурга. Ну, наверное, где-то это близко к истине, с учетом того, что во втором периоде пришлось 3 раза играть в численном меньшинстве гостям. Сравняются по количеству побед соперники после этой встречи. В принципе, 3 победы только будет чистых у Питтсбурга. А вот что касается Нью-Джерси, то они 2 победы одержали в овертайме. Это Орпик на Гончара. Передача на Малкина была немножко неточна. Алитанг. Джионта его там пытался атаковать. И снова Малкин. Бросок к воротам. Попадает в защитника. Это Адуя, 29 номер. Еще один бросок. Бродо отбивает. Скотти Боуман, когда его спросили по поводу состава олимпийской сборной команды на Ванкувер на 2010 год, назвал Брадо вратарем этой команды. И к нему еще 2 вратарей Луонга и Мейсона, молодого Мейсона, который великолепен в этом сезоне. Ну, насколько он будет стабилен, покажет только второй сезон, то есть сезон олимпийский 2009-2010. Очень важная победа Питтсбурга. Мы уже подводим как бы итоги. Я, по крайней мере, 77-я игра пингвинов и 92 очка будет у команды. Входит Питтсбург к Каролину, перемещается на 5-ю позицию. Каролины на 1 игру было больше и на 1 очко больше, чем у Питтсбурга. Так что увеличивает свои шансы без проблем попасть в плей-офф Питтсбург. Это Летанг. Шайба попадает. Опять нам показывают этот момент в конек Кросби. И от конька шайба оказывается в воротах. В этом сезоне вот у Кросби уже 5 заброшенных шайб и 2 передачи в играх против Нью-Джерси. Что ж такого интересного они нашли? Ну, рикошет как рикошет. Шайба попала в конек. Немножко его, правда, разворачивает Кросби так, чтобы рикошет был точно воротом. Но этого движения судьи на поле, по крайней мере, не видят. А вообще Кросби в последнее время выступает довольно прилично. Он большое количество игр уже с очками. Правда, не отстает от него и Малкин. Тоже вот сегодня у Малкина 1 очко. Это заброшенная шайба. Она у него 30
четвертая в сезоне. Что касается, вообще положения вот среди бомбардиров, то по голам Овечкин лидирует, 53 заброшенных шайбы. У Паризе, который сегодня участвует во встрече, 42. У Ковальчука 40, он на четвертом месте. И надо сказать, что Ковальчук здорово проводит заключительную часть сезона. Ну и будем надеяться, что поможет нашей сборной в Швейцарии поехать, куда он уже дал согласие нашим тренерам, которые посетили Северную Америку и только сегодня, наверное, оттуда вернулись для того, чтобы вот 3 числа собрать команду и начать с ней подготовку к чемпионату мира. А вчера два матча важных состоялись для распределения мест. Чикаго-Монреаль. В Монреале игра состоялась. Хозяева выиграли 4-1. И Флорида, которая преследует восьмерку, одержала победу над Оттавой тоже у себя дома со счетом 5-2. Евгений Малкин на ваших экранах. Обрасывание в средней зоне. Хозяева выигрывают. Гончар, пас на Орпика, на партнера по обороне. Ну, тихая и спокойная игра в третьем периоде. Но куда же? 7 минут осталось. Куда торопиться тем и другим? 6-1. Очень много. Но вы знаете, в этом году есть результаты, которые вот так вот выходят из... Ну что, будет защита на эту шайбу или нет? Кросби опять. И клюшка опять завез шайбу в ворота соперника. Ну уж не знаю. Нет, судя... Боюсь что-либо сказать, засчитают или нет. Падает Кросби. И ногой отправляет шайбу в ворота. Думаю, что судьи сейчас будут просматривать и вряд ли засчитают ее. Вряд ли засчитают. Дэн Билсман на ваших экранах. Нам сегодня его не показывают. Показывают, ну, пару раз, наверное, показали гораздо чаще. Это происходит с Брентом Саттером, тренером Нью-Джерси. Публика недовольна. Недавно, ну как можно засчитать такую шайбу? Ну как можно засчитать? Ну очень так с юмором относится к тому, что произошло на поле сам Кросби. Но действительно... Ногой, с моей точки зрения, специальное вообще было движение Кросби. По-прежнему 6-1 и 6 небольших минут до окончания сегодняшней встречи. Малкин подбирает шайбу. Пас назад. Это Гончар. Рядом с ним, слева от него Орпит, партнер по обороне. Гончар, Малкин не будет подбирать шайбу у партнера. Упали скорости, не спеша действует и та, и другая команда. Ну, вот обратили внимание,
какова скорость была у Малкина в атаке. Матч доигрывается, просто доигрывается. Последняя рекламная пауза в этом матче. Шайбу Малкина нам показывают, как это все происходило. Хороший бросок в дальний угол. Закрыт был одним, хотя игроком Бродер, но Мартин Бродо, но не смог парировать, не видел все-таки эту шайбу. Это вот бросок в исполнении Меддена в штангу. Это было еще в первом периоде. И довольно острое добивание. Еще раз сейчас нам покажут, как Малкин забивает. Малкин тоже дал согласие играть на чемпионате мира, но многое будет зависеть от того, как далеко Питтсбург продвинется в плей-офф, если он туда попадет. Если Питтсбург занимает, вот как сейчас, он уже на пятом месте обошел Каролину, то тогда он будет играть с четвертым местом с Филадельфией. Но это предположительно, если бы вот сейчас плей-офф начался. Ну и боюсь отдать кому-либо предпочтение в этой паре. Всякое может случиться. У нас же Омск обыграл первую команду Салават Юлаев. Омск, который занял 16 место. Ну, будем откровенны, конечно, это не место Омска по составу, по игре, в конце концов. Вот так сезон сложился. 16 место – это не место, еще раз, Омска. Так что это с одной стороны. С другой стороны, ну и закономерности нет в том, что Омск обыграл Акбарс. Вбрасывание выигрывает гости. Хавелит с шайбой за воротами. Не дают ему соперники начать атаку. А вот в первом периоде защитники Нью-Джерси великолепно начинали атаку. Просто великолепно. Звено Раб, Шенахан, Кларксон на площадке. Кеннеди выходит. Нет, не удалось. Не удалось ему переиграть Бродо. Ну как переиграешь, когда ты катишься вдоль ворота, у тебя слева защитника, справа ворота с вратарем. Это искуснейшим образом можно только отправить шайбу в ворота, но Бродо вовремя там лег на линии ворот, и шансов не было у Кеннеди поразить ворот соперника. Пандолфа, пас назад. Вне игры. Неудачный прием шайбы в исполнении Малкина. Недоволен он собой. Но не очень точная была передача партнера. Смотрит на табло. Ну, в основном не на табло, смотрит, наверное, сколько осталось времени до окончания встречи. Гончар. Выброшена на шайбу из зоны. Орпик. Шестое поражение подряд терпит
Нью-Джерси. Еще раз напомню, что это рекорд команды, который был установлен в ноябре 2000 года. Тогда команда проиграла тоже 6 раз подряд. Герин. Пас за ворота в угол, но там не оказалось партнеров. Паризем. Адуя. То ли бросал по воротам, то ли набрасывал шайбу партнеру назад. Это Зубрус сделает хорошую, великолепную передачу на Зайца. У последнего бросок пошел мимо ворот. Ну, что-то, по-моему, небольшую травму получил Кросби. По крайней мере, не совсем так скоординированно отправлялся на скамейку запасных. Меньше 3 минут до окончания третьего периода, до окончания встречи, будем так говорить. 6-1, и те, и другие не торопятся обострять ситуацию. Бросок к воротам. Это Скудери, по-моему, пытался нанести бросок по воротам. Зубрус. Ну, в очередной раз Зубрус пострадал. Причем Малкин применил против него силовой прием. Абсолютно чисто. Ну, по-моему, Малкин посмотрел, Зубрус посмотрел, кто это. Если бы был канадец, может быть, он и полез бы в драчку. А так спокойно поехал в сторону чужих ворот помогать партнерам. Адамс и Холик в борьбе. В результате от этой борьбы пострадали ворота. Они сдвинуты. А вот этот бросок Зайца, но шайба попадает в игрокам Питтсбурга. Малкин порой не стесняется вот так вот применять силовые приемы. Это, конечно, не Овечкин, который готов сталкиваться с любым, кто ему попадется на пути. Нет, но то тоже в обиду себя не даст. И вы знаете, это полное отличие от того же Кросби, допустим, поскольку последний вот в таких эпизодах практически не участвует. Нет в его исполнении таких эпизодов. А часть публики, наверное, уже отправилась на стоянку сесть в машину и поехать домой. Адуя. Пас на партнера по обороне. Это Мартин, 7-й номер. Сейчас пойдет последняя минута сегодняшней встречи. Мартин. А бросок по воротам нет в исполнении Адамса. А на месте Мартин Бродом. Никаких проблем у него не было в этом эпизоде. Мы, наверное, все ожидали от этой игры гораздо большего.
Я предполагал, что будет очень быстрый, агрессивный хоккей. Второй раз. На этот раз перекладина спасает ворота Питтсбурга. После броска нападающего Нью-Джерси брошена шайба воротам. 20 секунд остается до финальной сирены. Это Хавели. Точная передача на партнера. Ну, довольны. Довольны зрители. Никто, наверное, предположить не мог, что вот с таким счетом хозяева одержат победу. Ну, вполне закономерная победа, за исключением первого периода. Явное преимущество на стороне Питтсбурга. И, может быть, многовато, но, честно говоря, во втором-третьем периодов шансов-то практически никаких не было у Нью-Джерси. И вы видели только что расстроенного Брента Саттера. Вот он идет по льду в раздевалку. 6-1 много. 6-1 сегодня, позавчера 0-3 от Рейнджерс. И таким образом за два матча одна шайба только заброшена и 9 пропущено. Ну и вот на этой ноте я заканчиваю свой репортаж. Спасибо вам за внимание. До новых встреч на нашем хоккее, на нашем канале, на НХЛовском хоккее. Сегодня работал для вас комментатор НТВ+, Борис Майоров. Всего доброго.